Активное противостояние Югры и Металлурга длилось 2,5 периода, после чего югорчане потеряли веру в себя. Очень напряженный выдался домашний матч с хоккеистами Магнитогорска. С первых минут игры вратарь Мамонтов отражал броски по воротам, чем заслужил одобрение болельщиков. Вплоть до конца второго периода ворота оставались неприкосновенны. Но за 40 секунд до свистка гости сумели распечатать ворота Югры. Попытки забить гостям ответный гол в заключительном периоде не увенчались успехом, поэтому Емелин пошел ва-банк и выпустил на лед 6-го полевого. Но подопечные не смогли обойти защитников «Металлурга» и пропустили гол в пустые ворота. После этого югорская дружина заметно сдала в обороне и через 20 секунд снова пропустила шайбу. Итог матча 0-3 в пользу Магнитогорска. Хотим забить какие-то красивые пустые ворота голы, а вот таких мусорных голов и на пятак то ли не пускает нас, то ли мы не лезем. Скорее всего, не лезем, потому что «Магнит» хорошо оборонял свой пятак. Ну, конечно, иностранцы что-то, они у нас или домой собрались, или тут на Олимпиаду, но они что-то не играют у нас, они выпадают полностью. До конца сезона хоккейный клуб «Югра» сыграет с челябинским «Трактором» и рижским «Динамо». Будет шанс взять реванш у «Металлурга». Заключительную игру сезона югорчане сыграют дома с екатеринбургским «Автомобилистом».